Всем здравствуйте! Знаменитый музыкант поделился с поклонниками радостной новостью. 52-летний Кирилл Андреев рассказал о пополнении в семействе. Оказывается, более года назад у солиста группы родилась внучка, которую назвали Аделиной. В студии, недавно показавшей особняк в США, музыкант признается, что пока что ему не удается проводить с малышкой достаточно времени. «Я редко внучку вижу. Сейчас она уже пошла, побежала, второй год ей. Это непередаваемые ощущения. Она еще побаивается меня, но я думаю, что еще наступит такой момент, когда она мне скажет: «Деда, пойдем чего-нибудь купим в магазинчике». Я думаю, годик-полтора, и она уже вовсю болтать будет», – рассуждает Андреев. Любопытно, что музыкант не уделял много времени семье и в те времена, когда у него появился сын. Кирилл Александрович вспоминает, что в 90-е годы группа находилась на пике популярности и давали по 40 концертов в месяц, поэтому нянчиться с ребенком было некогда. Возможно, именно поэтому Андреев-младший решил не идти по стопам отца, а стать юристом. Сейчас, правда, из-за связанных с появлением ребенка на свет хлопот, он перевелся на заочное отделение. Нужно быть максимально занятым, максимально своей семье, быть духовным советчиком, быть сильной финансовой стороной. «Баловать буду, это же девочка, конечно», — говорит Кирилл Андреев-младший. Парень вспоминает, что и его в свое время баловали, как единственного ребенка в семье. Так, вокалист подарил наследнику автомобиль, когда он закончил школу. Финансово он поддерживает сына до сих пор. А у нас на этом все, спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал, всем пока-пока.